14 новых детских садов появится в Красноярском крае в ближайшие 2 года. Из них 11 в Красноярске, по одному в Березовском, Емельяновском и Ирбейском районах. Как идет стройка и что уже готово, расскажет Галина Сергиенко. Детский садик на 300 мест откроется на улице Мотозалка уже в следующем году. Территория выбрана не случайно. Именно в этом микрорайоне катастрофически не хватает подобных учреждений. Таким образом распределяют районы, в которых будут построены садики, то есть кто больше нуждается, там в первую очередь и строят. На сегодня это более 3500 новых мест. Кстати, в Красноярске уже построены и готовы принять дошколят 2 детских сада. На 220 мест в микрорайоне Иннокентьевском и на 300 мест на Джуль Солнечном. Продолжается строительство на 270 и 300 мест на улице Стасова в микрорайоне Мясокомбинат, на 300 мест в микрорайоне Слобода Весны, на 190 мест по улице Волгоградской и в микрорайонах Ясненское поле и Солнечный. Проект несложный, говорят организаторы. Сложности в строительстве, в принципе, встречаются всегда, но отработанная технология, хорошо выполненный проект, профессиональные исполнители, поэтому сложности встречаются больше в организации производства, чем непосредственно в технологиях. Например, на Норильской 44 фасад здания почти готов. Параллельно рабочие занимаются электрикой, сантехникой и отделкой помещения. Здесь используют классический кирпич, поэтому все садики будут теплыми, обещают строители. Из графика подрядчик не выбивается, поэтому в начале ноября садик планируют передать заказчику. А к 1 сентября он будет готов принять детей. Сегодня ход проверил заместитель министра образования Красноярского края Роман Шорохов. Он отметил, показатели нацпроекта «Демография» в регионе будут выполнены полностью. С учетом 2 уже построенных садов до конца 2020 года на территории края появятся около 3000 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Я думаю, что в рамках нацпроекта это не последние детские сады. Мы подаем периодически заявки. Я думаю, что заявочная кампания будет в следующем году, в котором мы также примем участие. Кроме того, в рамках программы развития краевой мы дополнительно строим 4 детских сада в сельских территориях. На строительство в рамках нацпроекта «Демография» из федерального бюджета выделено более 2,5 миллиардов рублей. Из краевого – около 705 миллионов рублей. И это только на ближайшие 2 года. Галина Сергиенко, Валерий Чащин, 7 канал.